som spelar en roll. Jag ser in разные mise-en-scène. Och jag kommer göra olika scener för dem. Selena с ней, с Линдой, с Кристой будут разные спектакли даже. Det kommer på något sätt vara olika föreställningar eller olika stilen med Linda och med Krista. Что ему сказать об Елене? Хелене, да? Хелене. Vad jag kan säga om Helena? Это я отталкиваюсь от Чехова. Я стартую från Чехов. Астов говорит. Астов säger. Говорит, Хелена, твои глаза зелено-изумрудные. Dina ögon är som радгröна. Ты как русалка. Du är som sjöjungfru. Ты как прекрасная русалка. Du är en skön sjöjungfru. Ты живешь в лесу. Du bor i en skog. Твоя красота всех парализует. Stagnerar alla. Ты должна, мы все вянем от тебя. Vi alla dör bredvid dig. Vi slocknar. Мы все хотим тебя. Vi vill alla ha dig. А ты ходишь как du bara går, как вроде ты никогда не знала мужчины, ты чиста. Du aldrig har haft en man och du är ren. Пожалуйста, изменяй, пожалуйста. Ändra snälla. Давай, занимайся любовью. Ska vi ändra det här? Ska vi älska? Жизнь это плоть, это чувство. Liv är kropp, det är känslor. Так говорит Чехов. Så här säger Чехов. И поэтому я хочу, чтобы наша Елена была Helena ночью, когда луна. Скоро по натен, до ремон. Здесь будет озеро. Det kommer att finnas här en liten sjö här på teater. И она будет жить в озере. Och hon kommer att bo där inne. Реально. У нее будет хвост русалки. Lilla bassängen, hon kommer att ha fisksvans. Хвост русалки, серебряный хвост. Она будет здесь голая. Она будет плавать и жить симма, в этом озере, в Колдовском озере. Иногда мужчины будут приходить смотреть на него, как она плавает. Она будет выплывать на них, как русалка, и заманивать их. Они ее будут кормить, как рыбку. А когда первые лучи солнца появятся, на första солнцем kommer, она будет выползать из этого маленького озера и оставлять свой хвост в воде fisk, и становиться женщиной. Och förbli en kvinna. Нормальное время. På dagstid. Вот такая Елена в нашем проекте. Sådan Helena har vi vårt projekt. Елена мне подскажет, какой дядя Ваня. Och Helena kommer att hjälpa mig att förstå vad för slags Ваня. И что такое дядя Ваня? Och vad är Ваня? И что такое все остальные? Астро, профессор, Соня. Соня är. Также я хочу использовать тексты. Я сейчас в переговорах с большим русским режиссером. Я в мите förhandlingar med en stor rysk режиссер. Лев Догин. Лев Догин. Я хочу использовать его тексты. Я vill använda hans texter. У Догина есть тексты, где он разбирает тексты дяди Вани Чехова своими артистами, малым драматическим театром. Морбр Ванias texter med hans skådespelare i Lilla Dramatiska Teatern. Это записано как сценография. Я хочу тоже взять эти тексты, потому что очень умно Додин разбирает тексты с актерами, что такое, что каждый реплик. По крайней мере, я хочу с актерами эти тексты читать и смотреть. И также в планах я хочу с актерами прочесть все тексты «Три сестры» и «Вишневый сад». Для того, чтобы дядю Ваню играть, мы должны это, эти тексты мы должны обработать тоже. То есть в результате вы увидите, я себе сказал, я репетирую так, как вроде мы все студенты. Я репетирую, как мы все студенты. Мы второкурсники. Вы андроорец студент. Я второкурсник. Я и Александра Орец. Мы учимся на шведском курсе. Вы студенты по шведскому курсу. В Нью-Йорке. И Нью-Йорк. Мы делаем дядю Ваню. То есть я хочу так как-то, чтобы мы репетировали, и мы вам покажем, может быть, мы покажем зрителю один премьеру, а один раз мы покажем зрителю, может, критикам и друзьям театра, например, все 15 часов.
сделаем такое Sunday party, 15 hours before premiere. 15 timmar före premiere. Чтобы пришли, и мы смотрели этот длинный-длинный, длинный этот такой. А премьера уже для зрителя, допустим, нормально. А премьера, по ванного оскольдера, то коммер мой нормально. Снап. В ритме. И ритм. Ну, вот так больше, как бы, мне сказать нечего. И нет, нет. И сейчас со мной работает Тита Димова. Тита Димова я это мой художник болгарский, София. Я с ней делаю, сделал много хороших спектаклей. Сейчас тоже в Германии она делала. И со мной работает русский композитор Санкт-Петербурга Сергей Рахманин. Сергей Рахманин, это очень хороший композитор. Сергей Рахманин, он будет нам прописывать всякие, я хочу Атраманский, да, но я его называю Рахманином. Hennes namn, riktiga namn är Sergej Petromanski, men jag kallar honom för Rachmaninov. I have experience with it all. И что еще сказать? Я Дану сказал. Дан, я могу, я режиссер, который могу сделать сейчас разные спектакли. Я режиссер, который могу сделать helt olika. Моя рука подчиняется мне. Я леда мин хан. Я могу сделать классический спектакль. Я могу сделать классический föreställning. Не, правда. По рикте. Очень классический спектакль. Это классический. И может надо когда-то сделать, может меня Лиза заставит сделать. О, конечно, Айра Лиза, которая отвинга. Тотально классический. Тотально классический. Но я могу сделать спектакль как манифест. Я спросил Дана, что лучше сделать в театре? Я спросил Дана, в вашем доме. Где лучше сделать и ert hus? Спектакль какой вы хотите? Как продюсер? Vilken slag föreställning vill du ha som en producent? Какой вы хотите спектакль? Vilken slag? Vilken typ? Давай, ай момент. Какой? Vilken? Такой, чтобы всем нравился и трогал, so, или бунтарский спектакль? Он подумал, сказал, ну давай лучше не нот револьт. Давай такое, чтобы как Анна Каренина, чтобы трогал. Нонтинг сам Анна Каренина, нонтинг сам рёр. А я бы хотел револьт сделать. О, я с Кианой вели яру револьт. Ну мы не знаем, как пойдет, да, Томас? Мен, я вели не худу гор. During rehearsal coming all. Yeah, during rehearsal. Во время репетиции все пойдет, да? Under repetition. И я очень люблю Финляндию. Я эльска Финланд. И я очень, это страна, которая меня меня приняла как художника. Я чувствую здесь себя как очень хорошо. Вот просто как не как человек, как существо, как человек, который имеет антенну. Ваши пустые леса, ваши дороги, мне озера. Моя антенна открывается. Я хорошо принимаю сигналы. Вот Финляндия хороша для композиторов. Финляндия это браво композиторов. Для физиков. Физик, ветенскапсмен. Это очень хорошие здесь поля над вами. Где бра мильё овенфор Финланд. Так что Чингисхан пришел к... Мои войска пришли к Хельсинки. Корцак Чингисхан армия ком тэ Хельсинфорс. Я буду стараться завоевать ваш город. Я ком растреват эра Раерстад. Какая тактика? Не знаю. Вилькин тактик, вет я. Это будет или троянский ком. Конечно, троян хест. Или будет наоборот штурм с огнем. Eller, штурм с огнем. Эльд. Штурм с огнем. Окей. Questions have questions? You want something to talk? You want something? Я бы 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 тиллегали, что мы знаем, что револт – это ditt mellannamn, så det, vi kan inte undgå det. Револт – это твое второе имя, и мы это все равно не сможем избежать. Потому что я Дану предлагал. Дан, давай, вот у тебя классические актеры наняты. Есть, приводи. Я предложил тебе, Дана, дуга классическая скодеспелера. И дай мне еще молодых совсем. Молодых скодеспелера. Молодых. Я сделал второй спектакль. А я кан йора энну эрэ. Параллельно. Параллель. С этими классическими, а с теми револьт. Эна мэ классиска о револьт фёрестеллинге, мэн о андра унга. Он не нашел финансирование. Мэн де фанс инген финансирование. Видишь, культуральный фонд, но там не стать. Я хар, иннан ви халк
Karimbo. Det är en viktig sak som jag glömde. Vi har alltså sex språk i den här produktionen. Det är ukrainska, bulgariska, ryska, svenska, finska och engelska. Och för att lite lätta det här så har vi två fantastiska tolkar, av vilka vi idag har Katja Baslovka på plats. Jag tycker vi ger en applåd. Finns det frågor? Varsågoda. When we have something interesting question possible, interesting question. When not have better, maybe come drink little water. Sen har vi då mera kåpirog, te och vodka. Och skådespelarna och hela personalen finns till er. Tack så mycket för att ni var här.